Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем копить и деньги, и опыт на исследование ИСа 3. То есть нам нужно на вот эту пушку 44 тысячи опыта накопить. Мне не хватает 34 с половиной тысячи опыта. Поэтому мы будем на нее копить. Плюс еще на 26 тысяч на двигатель, потому что этот двигатель, ну, плоховатенько ездит. И все, открываем эту пушку, покупаем ее, и у нас из третий топовый. Потом надо будет на Т-10 копить. Я пойду на объект 277. То есть вот на вот эту махину я пойду. Вот, поэтому мы будем копить серебро. Ну, плюс опыт. Поэтому пойдемте, мы будем стараться побеждать. Главное сейчас найти хорошую позицию. Что все у меня, все снаряды залетали точно в цель. Ну, мы пока тяжами-то пошли все в город, это хорошо. Надеюсь, у них тяжи также поступят. Но у нас 4 тяжа, у них 3. А чего меньше у нас? А, у нас ПТ-шек меньше, у них на одну ПТ-шку больше. Ага. Враги вон. Поехали. Арта бы сейчас могла сушку бы убить, мне бы еще было бы офигительно. Мы здесь в кустах стоим. Нас не должны здесь просвечивать. И все-таки сдыхает наш первый танк. Да, как всегда. Да. А если у нас первый умер, значит... мы проиграли. Давайте, если третий. Блин, ну что, сюда никто не поехал, что ли? Из врагов, ну серьезно. Обычно всегда в город ездят. Почему же сейчас никто не поехал? Здесь сваливать хорошо. Кустики все скрыли, тебя не засветило и все. ТВПшечка, выйди сюда. Блин, а МХ-50. Вот он вылез там. Не мог он раньше там вылезти. .255, ну вы серьезно, когда средний урон 300. Ну серьезно сейчас, а? Но я не засветился. Блин, уже наших 4 умерло, но на аллее. Они просто погибают. Нам бы город давануть. Ну что-то как-то очково. Теперь хорошо ударило. Теперь из третий подумает, прежде чем высовываться так вот. Так. Блин, я бы тут проехал, но меня, по-моему, нафиг расстреляют. Это как так? Ну вы это видели? Ну это просто капец, а. Ну просто капец, а. Так бы из третьего уже бы погиб. А так я тупанул, ну только так вот умер.
Запросим подмоги. Вот, и со второго уже. Ай-яй-яй-яй. Надо сваливать. Меня Т-54 разбирает. Два меня не пробил. Орудие мне повредил. Ай-яй-яй, а это плохо. Давай, чинись, чинись, чинись быстрее, брат, брат, чинись. Давайте, мы должны тут победить. Борща там завалите. Молодец, ТВПшечка. Это ты с третьей просто простать. Молодец, ладно. Да я знаю, кто меня запалил. Это он и запалил. Ёлка, а. Поедем АМХ. Ну я знаю, что АМХ уже уехал. Блин, борща не завалили. Ну там, если что, еще как минимум два танка. А, нет, не уехал АМХ. А что это он? А, он за горами. Собака. Арта, не стреляй, сейчас тебе подсвечу. Ух ты. Да, ну да, он меня разобрал. Ну и с третьей-то добьет его, поди. Блин, арта не добила. Ух ты, давай и с третьей, красава. Тараном просто. Да, фугасы надо борщей убивать, потому что... Фугасы их прошибут хорошенько. Он смотрит не туда. И с третьего убивает. Потому что он смотрел не туда. Он не пробивает. Он ИСа не пробивает. Фугас, блин. Он не фугасом стрелял. Yes. И с третьей с Удосом делают победу, потому что если бы из третьей вышел, там и Удос, если бы того борща не засветил, и из третьей вышел, там бы все было бы гарант и с третьим. Да, борща. Они оттуда ждали. Ну, мы неплохо настреляли, но из третьей тоже нормально. Поэтому... Блин, а еще три арты. Ну вот три арты, что вот это, да, это херовато. О, стопаем. Эти вагоны не пробиваются. Поэтому надо ехать. Да, надеюсь. Ну, туда арта и будет сведена. Поэтому... Да. Кого-то уже прошиваю. А пока... А до этого пока было. Пока там не серьезно. Ой, как она так красиво пальнула. Блин, вот я чё такой медленный? Не был бы я таким медленным, я бы уже приехал бы и раздавал бы плюхи. Нет, убил.
успел спасти братишку. Перезарядка немножко была. Не, арта вообще не имба. Ой, долбанная артиллерия. Как я ее ненавижу. Вот она нет бы в другое место сводиться. Ну, у нас кого осталось? Тряпка уже в курсе, где он и откуда едет. Но не уходи, не уходи. Захватите лучше базу. Ну и мы побеждаем захватом базы. Ура! Мы ее захватили. Фу, ну я толком ничего вообще в этом бою не сделал. От стандарта ББ успел спасти. Он бы поехал. Ну, да. Итак, победили хоть... Хоть что-то радует. Да, хороший результат получился, конечно. Конечно, ни хера хорошего, но нормально. Уже 316 тысяч, это уже хорошо, почти третий выполнен этап. Еще 4 очка. Прогрессии и все. И мы открываем четвертый этап. Ну, на этом, думаю, закончим. Нам хватит и столько боев. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь, кстати. Кто не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайки. Если вам нравятся такие, ну, видео вообще мои, ставьте лайки. Короче, все предлагаете. Да. Самое главное, подписывайтесь и смотрите видео до конца. Всем спасибо, всем пока.